пришлось. Это, скажем так, не планировал это записывать, но чисто как бы на эмоциях. Пообщался с одним человеком, а он недавно заработок вернулся с Польши. Таких, на эмоциях зарядил немножко меня, так чтобы пообщаться интересно. Помните, во время Майдана там кричали, что вот, мы не хотим быть быдлом, это нас Янукович сделал быдлом, мы не хотим быть быдлом, мы Европа. Что оказывается? Оказывается, слово «быдло», это Польша узнал, появилось во времена Речи Посполитой. И поляки так называли украинских хлопок. Быдло, ну это скот, худоба по-украински, русский скот. А так как была действительно ситуация, что вот паны были поляки, а украинцы были крепаками, то их и называли польские паны быдлом. То есть не с точки зрения обиды, ну как скот, все. И это действительно было во времена Речи Посполитой. Человек это узнал. Представляете, в Польше. И сейчас, конечно, такое немножко, ну да, это исторический факт, даже произведение Шевченко предзагадывается. Ну, это просто название, не понял. Так что, действительно, те, которые вышли на Майдан, кричали, не хотим быть быдлом, ну, извините, но быдло это Речь Посполита. Это вы в польских панов работаете, вы быдло. А в русских вы ну, крепостные, неправильно кричали, так по-моему. Так что человека масса эмоций. Ну, там, конечно, связано с тем, что ему не заплатили, обещали одну сумму, кинули. Все. Ну, это я рассказывать не буду, это дело житейское. Ну, что я могу? Позвучу, сказал.